The fight between Manny Pacquiao and Brandon Rios took place on November 24, 2013, at the Venetian Macau Scotia Arena in Macau, China. It was a highly anticipated bout that generated significant interest among boxing fans worldwide. Manny Pacquiao, a Filipino professional boxer and one of the sport's biggest stars, entered the match as a former 8-division world champion. However, he was coming off two consecutive losses against Timothy Bradley and Juan Manuel Marquez, which added to the intrigue surrounding the fight. Many wondered if Pacquiao could reclaim his dominance in the ring. Brandon Rios, an American boxer known for his aggressive style and punching power, was also seeking redemption. He had recently suffered a loss against Mike Alvarado and was determined to bounce back with a victory against the legendary Pacquiao. The fight itself was a good new up. Tucked at the round. Даже когда они в клинче, он вплоть до команды. Ой, какой отлично попадает. Еще раз. Тут несомненно. Но еще по раунду. Надо искать победу Пакьяо. Куражен пока еще. Ох, смотрите, какой подхват со стороны Пакьяо, где ищет победу. Это очевидно сейчас. В общем-то, пока вполне конкурентный. Ну, этот раунд боксер. Ох, хороший. Пакьяо выглядит один хозяином. Уже стал разбирать. Отличная атака очередная. Пакьяо уходит в сторону. Попадает по печени. И снова посмотрите. Но он уже начинает хозяйничать. Зачем он остановился, посмотрел на рефери? Я не понял. Еще один удар. Хорошо, дается. Хорошо, да. Это он умеет. Как говорится, встал. Встал ногами. Рассечение появилось у Риоса. Матома сдувается. Левое веко раз и пропустил этот удар. Хозяинчил в ринге, вел. А как сделать? Это сложно очень для Риоса. Он постоянно под углами уходит. Бой начинает быть похожим на бой. Попадает в сторону. По прямой назад. Он продолжает оставаться. В итоге он остался на ногах, Маргарита. Но ничего не может Риос противопоставить. Спорт вблизи он лучше отрабатывает, нежели Риос. Еще одно попадание здесь. Внезапно. Кажется, вот она. У Риоса. Единственное, на что можно надеяться. Вот он был, и уже его нет. А просто Риос уже, просто как-то небрежно все это на себя принимает. Превосходство было у них. Ставка в пользу. Ну, по повторах видно, как вот великолепный шанс. Так опрометчиво не пойдет, не раскроется. Совершенно ни к чему. Немножко взял паузу Пакьяо. Прием. Этот раунд он отдает Риосу. Он не столько отдает. Смотри, сейчас как технично. Держит руку, зажал. Рефери не видит. В пользу Пакьяо. И значит, прав, вот здесь, казалось бы, более в комфортных для себя условиях, он Пакьяо сейчас бился сегодня или нет. Такое противоядие, как скорость у него есть. Повыше рукой между перчаток Риоса проходит кулак. Да, тут сейчас все выглядит так, что все. О, в наших боях он выживал, выигрывал. Пропускает справа Пакьяо. Панчер всегда имеет шанс. Быть, вы знаете, может, какие-то, вот, может, парочки. В третьем раунде могли дать им панч. Да, там, да. Он крелся. Риос не может разогнать руки, чтобы жестко принять удар на себя, резко ответить. Посмотрим, насколько это раунды. Просто посмотрите. А ведь сильнейший. В таких паузах.
Вот как сейчас, как неожиданно он... Риосу надо готовить свои атаки. После двух поражений, как ни в чем Пакьяо. Боковой. Еще раз. Икс ждет, как только левая рука Риоса опускается, он сразу же выбрасывает. С кем? Все, конечно, ждут боя Пакьяо, который стал бы вообще украшением. Поднялся со своего места Риос. Пакьяо стоит у него. Вообще остановился. Смотрите, как легко. Готовит атаку, готовится. Пакьяо уже как будто просто решает, как же ему нокаутировать, как будто. Нокаут. Очередная. Как успел набрать, да, вот эти кондиции? Филиппинец. И не скажешь, что он тяжелейший нокаут. Двигается. Жесткое попадание со стороны боксера. Ну, тут больше... Мартинеса. Финальный раунд. Алексей не осталось. В боковой в его исполнении. Был такой, как в замедленном пасте. Как Риос состоял, и быть еще очень функционально быть таким раз. Да, стоит. В волне уже Пакьяо дорабатывает этот бой. Ох, как мотается. Рез... Пакьяо, может быть, еще готовит. Заработает свои 4 миллиона долларов. Попадание, смотрите, уходит назад. Борис, я вас уверяю, мы не Пакьяо выиграл все. And Manfred Kuchler scores at 118. Но на данный момент очень нужный для Мэнни пояс.